Вечером в четверг, 11 февраля, неподалеку от пересечения улицы Пролетарской и улицы Деминовской плотины в Туле автомобиль Mazda сбил женщину. По словам водителя иномарки, пешеход выбежал на проезжую часть неожиданно и на запрещающий сигнал светофора. Запись видеорегистратора подтверждает его слова. На момент публикации новости пострадавшую, женщину примерно 30 лет на вид, госпитализировали. Ее состояние оценивается как тяжелое.